Перспективы производства стройматериалов в Приморье обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. В мероприятии принимает участие делегация Приморья. Форум является одним из крупнейших ежегодных событий в сфере экономики и бизнеса страны и проходит до 17 июня в северной столице России. Первый день оказался очень плодотворным и открыл новые перспективы для сотрудничества с различными крупными предприятиями, в том числе международного уровня. Как отметила председатель правительства края Вера Щербина, компании-участники форума проявляют к Приморью большой интерес. Первая встреча была вот с торговыми сетями по продаже строительных материалов. И это очень актуально и интересно для нас. Мы обсуждали разные возможности и возможности производства строительных материалов на территории Приморского края, которые бы были присутствовали на рынке. А вторая встреча была с компанией, которая занимается сервисом обслуживания медицинского оборудования высокотехнологичного. И это не просто обслуживание, это с экономическим эффектом. То есть понятно, что мы за последние 5 лет приобрели очень много высокотехнологичного оборудования. Сейчас важно его использовать эффективно, там, где он будет приносить конкретный результат. И вот есть такие предложения, которые мы обсуждали и которые будем обсуждать уже за рамками экономического форума с нашими коллегами, которые отвечают за те или иные вопросы по внедрению выгодных для нас предложений. Отметим, в программе участия делегации Приморского края в Петербургском международном экономическом форуме значатся также встречи, посвященные строительству социальной инфраструктуры на территории региона, реализации государственно-частного партнерства, а также заседания Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлениям экономика и финансы и энергетика.